Сибирский отчет 16-8, 2 ноября 2145 года. Больной рядовой Стив Джансон умер вчера в 15:43. У рядового Джансона развилась паранояльная шизофрения в тяжелейшей форме с галлюцинациями, осложненная прогрессирующим слабоумием. Лечение оказалось неэффективным. Первоначальный врачебный осмотр. Пришел из оружейного отдела, где мне выдали одну из этих новых БФГ-9000. Да, они не шутили по поводу того, насколько новый прототип легче предыдущих. Этот ствол уже можно носить с собой. Следующее. Последние недели многие патрули не докладывают по установленной форме. Не уверен, что форма доклада настолько изменилась. Я лично прослежу, чтобы их направили на переподготовку. Там им объяснят, что к чему. Поступило сообщение о проблемах с безопасностью в комплексе «Альфа». Я пытался до них дозвониться, но мне никто не ответил. Я выслал туда отряд для проверки. А теперь и с ними не могу установить связь. Похоже, придется идти туда самому. Черт. Ненавижу комплекс «Альфа». Сборище надутых кретинов. Я отправляюсь туда прямо сейчас. Закончу рапорт, когда вернусь. Да, и еще. Я пока оставлю БФГ в своем кабинете. Пожалуйста, сообщите в службу информационной безопасности, чтобы код моей двери сменили на 901. Просто в избежание. Конец записи. Oh.
Система подачи галлона отключена. Отлично. Теперь телепорт заработал. Мы
нас очень мало времени. Ты должен телепортироваться через камеру. Это единственный путь. По-другому отсюда не выбраться. Зайди в камеру и запусти машину. Остальное мое дело. Я останусь здесь. Удачи. Но пока ты не ушел, вот возьми. Это моя дневниковая запись. Она проскринила. Тут все есть. Все объяснения. Чтобы такое больше никогда не повторилось. Иди к площадке телепорта. У меня все готово. Давай, иди. Здесь ты ничем не поможешь. Иди к площадке телепорта. У меня все готово. Меня зовут Йен Маккормик. Я научный сотрудник марсианского филиала UAC. Я работаю, то есть работал, под руководством доктора Малькольма Битругера. Помогал ему ставить различные эксперименты. Хотя весь последний год мы занимались только телепортацией. Не знаю, смогу ли выбраться отсюда живым. Поэтому я записываю этот видеодиск, чтобы люди знали, что тут случилось, и не дали этому ужасу повториться. Сначала эксперименты по телепортации были невероятно увлекательны. Мы создавали новую науку, нас пьянили новые горизонты, мы чувствовали, что производим переворот в жизни человечества. Я гордился тем, что участвую в таком потрясающем проекте. Гордился тем, что работаю бок о бок с гением. Еще во время самых первых экспериментов мы заметили, что телепортация происходит не мгновенно, а с некоторой задержкой. Причем время этой задержки варьируется. Телепортация происходит следующим образом. Объекты разбираются до квантового уровня, переносятся и вновь собираются в точке выхода. Каждый этап этого процесса должен был осуществляться мгновенно. Но мы так и не поняли, откуда берется задержка. Мы отправили через телепорт робота с видеокамерой и были потрясены. Робот успел отснять несколько кадров, и с них прямо в камеру смотрело несколько пар глаз. Мы обнаружили новую форму жизни. Битругер немедленно отправил запрос на присылку добровольцев, желательно из числа солдат охраны. Он хотел поймать этих существ живыми. Я сделал много ошибок в своей жизни, но есть один поступок, которого я буду стыдиться до конца дней. Нам нужно было получить разрешение медиков на отправку людей через телепорт. И я подделал несколько отчетов, чтобы показать, что мы якобы ставили эксперименты на живых тканях. Тогда я пошел на подлог без зазрения совести. Но через несколько дней, когда мы пропустили через портал третьего испытуемого, он отгрызал собственные пальцы. Судя по всему, он сошел с ума. Мы стали отправлять людей группами, примерно раз в два дня. Вернувшись, люди рассказывали чудовищные вещи и показывали страшные фотографии. И в конце концов мы поняли, что открыли путь не просто в иное измерение. Мы открыли портал в преисподнюю и пытались захватить для анализа чертей. А потом доктор Битругер сам отправился через портал. Не знаю, чем он думал. Этот эксперимент не планировался. Он просто включил портал и ушел. Мы не смогли его остановить. Он вернулся другим. Он выглядел так же, говорил так же. Но не знаю. Что-то было не так. В конце концов он сделал немыслимое. Взял душекуб, артефакт, который нашли в руинах, и унес его за портал. Стабилизаторы портала отказали, и на базе разверся настоящий ад. Какие же мы дураки. Нам надо было уничтожить порталы, как только мы поняли, что там на той стороне. О, Господи, прости меня. Что же я натворил? Кто-нибудь, не дайте этому повториться. Простите. Йен Маккормик, конец записи. Bye.
Фельдшер лаборатории Дельта, 20 октября 2145 года. Сегодня я наблюдал третье испытание телепортатора. Третье за три недели, что я провел здесь. Добровольцев набирать становится все сложнее и сложнее. Нетрудно понять, почему. Они возвращаются вопя, как безумные, о демонах, о морях крови, огонь, сера, все такое. Сначала я не обращал на это особенного внимания. Просто занимался своим делом. Но последним был Роберт Клейтон. Я встретил его в первый день своего пребывания здесь. Чтобы сломать такого крепкого мужика... А теперь он сидит в изоляторе с мягкими стенками, обколотый транквилизатором, и пускает слюни. Драпать отсюда надо, вот что. Дезинфекция начата. Дезинфекция закончена. Всего доброго. Система готова.